Это невероятно, но есть продолжение истории Катерпиллера. После выполнения задания погони появляется еще одно задание. Не знаю название, но если мы опять подходим к книге Откровение и восклицательный знак на том же месте. Давайте начнем расшифровывать текст, да? А нет, извиняюсь, читать. Это фантастика. Эта история довольно длинная получается. Страницы книги по-прежнему испещрены непонятными символами, буквами, древними фразами, различными геометрическими фигурами, однако, если сосредоточиться, то написанное можно даже прочитать. А, хочешь еще помедитировать? Мы все еще не нашли канатилу. Пожалуйста, подожди меня опять здесь. Ладно уж, все равно это всего на несколько секунд. Пайман нисколечко не волнуется. Будь осторожна. Не переживай. Постепенно края станицы выцветает, перед глазами предстает чужой, но при этом очень дружелюбный мир. В нем... О, да. Пайман растворилась в воздухе прям. Видите, история от Кэтерпиллера нас не отпускает, получается. Вот она, канатила, кстати. Безумство. Так, канатила. Макси Плей, мы ведь только что виделись, да? Когда это было-то? Ну, точно не скажу, в конце концов, здесь время течет совсем по-другому. Канатила, пойдем со мной. Странное здесь место. Разве не нам решать, что для нас странно, а что нет? Ну, я ничего такого не имел в виду, но мне здесь очень-очень даже нравится. Это место так и пестрит жизнью, красками. Никогда ничего подобного не видела. Я вижу только подсолнух. Правда? О, и где? Там, где до этого собака была. Да, тогда я пойду первая. Погоди-ка. Прости, но... Что? А, там есть телепорт. Я, знаете, больше всего боялся, что мне придется лезть на эту вершину вон того здания гигантского. Где собака? Она же там была, собака, да? Ну, тут нам зеркало поставили, поэтому... О, Катерпиллер там, смотрите. Но к нему попасть можно через зеркало, скорее всего. И... Что? Катерпиллер, оказывается... Нет! Нет! Куда нас занесло-то? Это была ошибка или мне надо дальше идти по зеркалам? А, да, по зеркалам дальше идти надо. Офигеть! Офигеннейше! Он превратился... Нет, сейчас я просто объясню ситуацию. Погоня, это вторая часть, получается, того... задание, которое мы выполняли. Будем называть это именно так. О, мы его не добили, я понял. Хотя после такого, конечно же, было бы сложно остаться в живых. Так, и что нам предлагает Вайти, видимо? Продолжайте поиски, написано. Это необычно. А, вот и канатила. Но это же Макси Плей, где же Пайман? Куда это ты смотришь? На расщелину? Какую расщелину, разве это не зеркало? Что ж, раз так, я нашла то, что искала. Я искала разгадку для тайного зеркала. Это что-то вроде картины, но оно позволяет медитировать так же, как книга Откровений. Расскажи о рисунке четырех артантов и картине в башне Генштальта. Офигеть, она откуда все это знает? Вот как, значит, это там, да? Спасибо, Макси Плей. Ну, продолжайте поиски, написано. Поехали. Вон он, Катерпиллер. Все, я вижу. Ну, ясно. А, вижу зеркало, понял. Ё-моё! Я упаду же, нет? Я шучу, конечно же. Но это просто какое-то безумие. Ма! Каким образом? Игра, что с тобой? Я не понимаю, что происходит, ребят. Но это баг, да, какой-то. Но я просто вообще ничего не могу сделать. Я редко встречаю баги, на самом деле, такого плана, но... Но я не знаю, как это назвать. И обидно, что мне придется сейчас, походу... Я попал в просто какой-то жуткий апокалипсис, если честно.
Посмотрим, как это решается. Может быть, стоит еще раз пойти. Да, я опечален данной ситуацией. Так, посмотреть, надо начать медитацию, ребят. Надо опять нажать. Если у вас вдруг такая же ситуация будет, я думаю, полезна будет информация, которая здесь предоставлена. Это, ну, это... Для меня это немножко, ну, ненормально, я считаю, да? То есть, как можно в такой игре сделать такой баг? Может быть, я что-то, конечно, не то сделал. Ладно. Ну, в любом случае, нам опять придется повторить те же действия. Потому что единственный путь через это зеркало, другого ничего нету. Вот мы опять входим, я ничего не делаю, руки отбираю, убираю просто и все. Что делать-то в этом плане, что мне делать? Хвататься за зеркало или туда бежать? Не, ну туда бежать нет смысла, смотрите. Я сейчас опять в баг попаду. Но мне явно вон туда надо. Может быть, мне ульту Елани не надо использовать? Да? И что делать? Я же не... Эх, что? А, вот оно что должно было произойти. Я не знаю, почему это не произошло в первый раз, но... О, хорошо, что это решено. Так, Катерпиллер опять куда-то пропал? Опять мы с ним сражаться. Ё-моё, а вас-то откуда здесь только? Спасите, Канатило пишет, а голос раздается оттуда. Нужно поспешить. А, я выше надо находиться. Так, погодите, куда мне лететь? Так. Немножко не ясно, конечно. Идите к источнику звука. Я нифига не понимаю, что должно было произойти, почему я... Во, я подхватил, да, ветер? Нет? Ладно, я не знаю, на самом деле, что здесь происходит, если честно. Может быть, я реально что-то делаю не так, но этого не должно было быть. Это максимум, да? Значит, сюда идти. Хотя мне кажется, что немножко иначе должно быть. О, какой кошмар! Погодите, мы должны были сюда подойти, да? Что происходит, а? Ну, мы, по крайней мере, поднимаемся выше, так и должно быть. Да? Да? Да, точно! Ну, наконец-то! И наконец-то я понял, куда нас, в принципе, ведут. Это очень странно. Это место мне изначально не нравилось, если честно. Это же сестрица Макси Плей, спасите. Ага, на него Катерпиллер напал, да? Подождите, а в этот раз мне убить его надо? Серьезно? Удивительно. А где он? Нет, все, его больше нету? Ой, бедняжки. Ну как можно было так вот? Катерпиллера больше нет, ребят, с нами. Спасибо тебе большое. Что случилось? Ну, я не знаю, я просто хотел полюбоваться распустившимися подсолнухами и миленькими щенятами. Как вдруг путь мне преградило жуткое чудовище и погналось за мной. Кругом становилось все темнее и темнее, а еще какие-то голоса шептали странные вещи. Я очень испугалась и побежала за золотым светом. Всякий раз, когда чудовище ко мне приближалось, мир вокруг погружался во мрак. Сады, дворцы, деревья, цветы, все исчезло, все превращалось во мрачные и пустынные руины. Потом монстр догнал меня. Ух, больше тебе переживать не о чем. Собачка, отправь ее обратно. Не возвращайтесь сюда, здесь нет ничего, а там вас ждет целый мир. А, ты собачка, но... Увидимся ли мы когда-нибудь снова? Станет ли этот мир вновь прекрасным садом? Нет, прощайте. Я спрошу тебя еще раз, кем ты меня видишь? Собакой?
Что ж, это хорошо. Ты прогнала отсюда всех, кого здесь быть не должно. Благодаря тебе удалось остановить распад этого мира. Однако, оставаться здесь и дальше неразумно. Да, отправь меня обратно, пожалуйста. Ты очень мудра, прощай. Но история с Катерпиллером мне изначально была очень... Скажем так... Не совсем понятно, мягко говоря. Это разлом. Я ж надеюсь, меня выведут отсюда. Да, да, все нормально. Да, и, кстати, у этой истории будет продолжение. Вы можете себе представить. Баймон, это я. В этот раз ты очень быстро. Баймон даже моргнуть не успел, а это хорошо. А вот и виновница вернулась к Анатила. За тебя я волновалась. Да, простите. Баймон ведь себя ни в чем не обвиняет, Канатила, не плачь. Сейчас Баймон тебе что-нибудь вкусненькое даст. Что случилось-то? Внутри было множество опасностей, вот как. Не плачь, не плачь. Ты же такая смелая, Канатила. Вот, Канатила, держи в награду куриный шашлык с грибами. Баймон его пообожает. Спасибо, Баймон. Какой странный вкус. Это что, человеческая еда? Чего, раз не нравится, давай обратно. Но все равно спасибо, Паймон, и тебе благодарю. Спасибо за то, что спасла меня. Что теперь? Да не знаю, но читать я больше ничего не буду. Канатила, а не слишком ли ты ударяешься в крайности? Да ну книга откровений такая страшная. Что ж нам-то все-таки произошло? Да я сама не знаю, как и я. Можешь сходить посмотреть сама. Что? Как же это бесит. В общем, здесь я оставаться точно не хочу. Буду жить в деревне Мируси вместе со всеми. Вот и правильно. Мелюзины, уж точно о тебе хорошо позаботятся. Да, спасибо, Макси Плей Паймон. Да, продолжение, конечно же, будет. А это задание называется «Погони, как и предыдущее». На самом деле, хотя за это отдельно дают награду. Будем называть ее продолжением первой части. Ссылочки оставлю, соответственно, на все предыдущие видео в описании для тех, кто будет спрашивать в комментариях, как же мне открыть это задание. Явно такие будут. Спасибо, что смотрели. Пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Смотрите видео до конца. Обязательно подписывайтесь на все каналы. Ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Здесь ее больше Канатила, по крайней мере. Здесь ее точно больше не будет. Ну а продолжение будет в следующем видео. Пока.